Кандидаты на должность мэра Уфы представили конкурсной комиссии программы развития города. Процедура прошла сегодня в столичном горсовете. Ну вот напомним, 4 марта после проверки документов из 8 кандидатов на следующий этап были допущены 4. Это исполняющий обязанности мэра Радмир Мавлиев, предприниматель Азамат Галин, директор Уфа Горсвета Ильдар Чанышев и вице-президент Ассоциации импортеров плодово-овощной продукции Артур Шайнуров. Ну и по словам участников конкурса, на должность мэра в связи с введенными санкциями им пришлось пересмотреть некоторые пункты своей программы. Цели и задачи программы моей деятельности я вижу в улучшении эффективного управления структурными подразделениями администрации города, затем социально-экономическое развитие бюджетной сферы, промышленности, торговли, культуры, спорта, вовлечение молодежи, большее вовлечение молодежи в спортивные мероприятия. Сегодня стоит задача проанализировать имеющиеся инвестиционные проекты и, конечно, сделать акцент на социально важные проекты, которые сегодня имеют ключевое значение для того, чтобы мы могли поддержать и создать новые площадки, и создать новые бизнес-направления. Ну и своими планами развития города кандидаты также собираются поделиться с уфимскими депутатами, которые в дальнейшем будут принимать решение, кого назначить сити-менеджером. Процедура назначения мэра Уфы должна состояться уже завтра.